первый раз взяли автобус, причем приехал уже вот полный. Стоит автобус человека евро 50, за двоих заплатили 3 евро. И сейчас едем в город. Конечно, автобусы, мама дорогая. Впереди вон море, набережная. Сейчас он поедет куда-то, наверное, по кругу. Надо еще разобраться, как домой ехать, потому что что-то с обратной стороны. Ага, теперь понятно. С обратной стороны нет остановок. Он как будто другой дорогой едет обратно. Так. И поехали по центральной дороге вверх, где мы гуляли. Вот ресторан Капри, где мы были. И вперед. Это ж магазин, где магазины, магазины, магазины. Параллельно морю. Шикарно, здесь, оказывается, вот есть госпиталь, и, наверное, здесь можно сдавать нам на антиген-тест для полета. Сейчас пойдем тоже все узнаем, чего и как. Так, вышли мы на автовокзал, по идее, должен где-то здесь быть, сейчас посмотрим. Так, ну, в общем, правильно мы вышли, вот есть указатель автобусов, это, наверное, автовокзал все-таки. Автобусов, идем на автовокзал по прямой. Короче, здесь... В этом госпитале очередь. И все равно мы... Там, в принципе, есть люди, которые на немецком, наверное, разговаривают. Потому что стоят и русский флаг, и немецкий, и английский, и разные. Вот, поэтому здесь, в принципе, можно будет сдать антиген-тест, шнель, антиген-тест, ну, быстрый, для перелета. Так, а здесь у нас что? Здесь мы тоже уже были, кстати, с Мариной и с ее мужем. Где-то в этом районе. Интересный такой переход. Здание автовокзала, ребята. А у них, оказывается, здесь автовокзал вот так выглядит. Просто остановки. И если бы не подъехал этот автобус с той стороны, вот волна, это тоже остановки. Если бы не подъехал этот автобус, я бы не поняла, что это автовокзал. И вот такая будочка здесь стоит. Наверху информацион. Фирма Альса ездит только отсюда, из Кальпе. И мы разобрались с Рольфом. Вот это понедельник, пятница. Это из Аликанте до Кальп. А это, получается, из Кальп до Аликанте. Первый автобус идет на Аликанте из Кальп 8:15. Нам не подходит. Уже у нас 12 самолетов.
Так, а это у нас суббота, это у нас воскресенье. В общем, такое табло, такое здание, вот это и есть автовокзал. Еще закрыто, наверное, может, на зиму закрывают, не знаю. Кофе можно купить. Вот такой вот автовокзал. Просто спуститься вниз. Короче, напротив этого смешного автовокзала, вот здесь магазины. Китайский магазин большой. Я так себе давно искала зонт транспарентный, прозрачный. Нашла, 5 евро стоит зонтик. Купили тетрадку, писать нам записки какие, что нам покупать надо, то у нас вся бумага закончилась. И сейчас потихонечку будем, возьмем вот этот переход через дорогу поверху. И где-то впереди у нас центр. Идем в центр. А вон, кстати, Тейди, где мы были. Плаза Централь. Точно. Я уже знаю, где мы находимся. Еще здесь одна Меркадона большая. Столько много магазинов. Не знаю, город. 20 тысяч населения. Ну и, конечно, здесь круглый год очень много туристов. Очень много туристов. И здесь очень много больших супермаркетов. Вот две Меркадоны. Айди, Лидл. Потом там, где мы еще были, все время забываю. И маленьких таких, ну как маленьких, среднего типа магазинов тоже очень много. Два больших китайских уже магазина я здесь встретила. Прям большие, огромные. Там есть все, что хотите. И для стройки, и по мелочам, и как Drogerie Mart, ну как DM у нас, да? Не, DM. Ну да, в принципе, там все что угодно можно купить. Вот. Столярная мастерская с таким большим с пилой такой большой, которая ОСБ режет. А здесь пошло мебель. Что-то здесь, в общем, столько всего разного, конечно. Но это благодаря, конечно, туристам. Туристов много, покупают виллы, и поэтому здесь разнообразие всего большое. О, вот это я люблю. Елочка из морских деревяшек. А с обратной стороны вот магазин Тедди, тоже Плаза Централь. Ну, внутри много разных магазинов. По-моему, даже где-то манго здесь было, Марина говорила. Так, игрище кошмар. Да, есть манго здесь. И какие-то они непонятные магазины. Но мне неизвестные. С улицы никаких дверей, ничего. С этой стороны вход с улицы, и начинаются магазины. Пепко тоже есть, как и в Болгарии. Туалеты бесплатные, чистые, и туда пошли магазины. Но все мне многие не знакомы. Я сейчас только что была в Манго. Красивые есть вещи, все такое яркое, прияркое. Мне понравилось. Этот, ну, я не люблю комбинезоны. Как их снимать в городе, если в туалет вдруг захотел, надо полностью раздеваться. Вот такие. Это белье. Красивый какой купальник за 19,95. Просто интересный такой. Прикольный. Ну, это все манго.
А там у нас что? А там и этот мобильный телефон связь. Сумки. В принципе, один и тот же ассортимент, что и в Болгарии. Почти очень похоже все. Много одинакового. Мне нужны вот такие ножички керамические маленькие. И для масла масленичку. Но масленичку не могу найти. Может, где-то и лежит, но не видно. Конечно, всего, что хотите здесь. Все, что хотите, есть. Красота. Даже для яиц есть керамическая такая штучка. Прикольная. Для яиц. А масленички нету. Чтоб с крышечкой закрывалась. Вот эти вот чашки, помните, я вам показывала в Бургасе. Они стоили, по-моему, 5 лев или что-то такое. Ну, сколько здесь стоит? Сейчас посмотрим. 5 евро стоит набор. Красивые чашки такие вообще. Обалдеть. Строятся здоровенные. Но здесь как в пустыне, очень мало зелени. Я имею в виду парка, что прям, знаете, вышел где-нибудь, как в пустыне. Раз, и растут дома в пустыне. Так, Лидл у нас вон впереди. А если есть деревья, то они все такие низенькие, типичные для жарких стран. Низкие все, кустовые какие-то деревья. Что подальше от моря, конечно, немножко потише, а то совсем ветрище. Уже в голову надул. Здесь и будет завтра. Вот здесь везде будет закрыта дорога. И туда вперед. По кольцу здесь будет базар вещевой. Это видео, которое я уже делала. Это вот именно здесь, на этом месте. Впереди Лидл. Что завтра здесь перекроют движение. Сегодня ветер, сегодня со своей шляпой намучился. Улетает постоянно. О, вот так я хочу тоже на самокатике. Классно. Но на прокат дороговато здесь брать. Лучше самим купить. И уже на многие месяца хватит ездить. С Рольфом, конечно, сегодня дали жару. Мы с ним сегодня столько прошли. Бедный мой Рольфик. Вот. Ну, мы в следующий раз, конечно, для меня-то ничего. Я-то, ну, хотя я тоже подустала. Но в следующий раз будем смотреть по автобусам, как автобус идет снизу наверх. Но они ходят, вы понимаете, они всего ходят 3 раза до обеда, потом сиеста и потом 3 раза после обеда. То есть один автобус в час, в принципе. Вот. Но все равно с города наверх лучше на автобусе подниматься, чем мы вот так сейчас пилим. Хотя зашли и в Альди, зашли, Рольф скупился. Сумочка полная. Я зашла. Вот сыр любимый наш. Да. Сыр. И я зашла в Лидл. Купила чипсики мои любимые. О, блядь. Я чипсы купила. И вот этот сыр, кстати, только в Лидл. Наш любимый сыр. Больше его нет ни в одном магазине, который нам нравится. Так что вот так, друзья, вот так мы сегодня прогулялись. Уже 2:30.
Вот. 4 часа точно мы в пути. Ну, плюс мы же еще заходили в эти центры во всякие закупаться. Немножко так время и пролетело. Но зато мы познакомились, что такое автовокзал в Испании, город Кальпы. Я его искала, искала. Навигатор включила. Он мне говорит, вы пришли. Думаю, куда мы пришли? Ничего нету. Потом автобус подъезжает, большой междугородний. Я понимаю, что мы стоим прямо на автовокзале, у которого вообще ничего нет. Никаких признаков опознавательных, что это автовокзал. Теперь мы хотим съездить на, ну, можно сказать, ЖД-вокзал. Но это не ЖД-вокзал, это трамваи ходят. И трамваи ходят до Бенидорма. Вот, туда съездим. Это конечная остановка нашего автобуса. Но вот съездим. Посмотрим. И обратно попытаемся, конечно, приехать уже на автобусе сюда. Вот, так что так, друзья. Сейчас домой. У меня окрошечка сегодня. Наверну окрошечки. Роль съест свои брецли с сыром. Там у нас еще жбенька пельмешек остались с русского магазина. Ну, в общем, как-нибудь сейчас что-нибудь перекусим и попадаем, конечно, на отдых. Днем почти никогда не сплю. Вот. А Рольф, конечно, он дрыхнет. Это полноценный сон у него. Поэтому он идет в спальню, закрывается и спит в спальне. Буду прощаться с вами на сегодня. Всем пока. Всем хорошего дня. Чус.